Сезон арбузов в самом разгаре. На улицах округа расположились бахчевые развалы. Один из самых масштабных находится недалеко от 6-го микрорайона, вблизи трассы М4 Дон. По мнению местных продавцов, сейчас основные партии арбузов едут из Оренбурга и Волгограда. Вооружившись специальным прибором, члены общественной палаты округа решили проверить бахчевые на нитраты. Допустимая норма для арбузов – 60 единиц, для дынь – 90. Сколько? 215. Конечно, такие арбузы есть опасно, грозит отравлением. Но если решаетесь покупать ягоду раньше сентября, то срезайте мякоть подальше от корочки. Именно в ней концентрируются все нитраты. Сами по себе нитраты для человека не являются однозначным ядом. Но их превышение превращается в опасность для здоровья человека, которые могут привести к гипоксии. Если же вы почувствовали тошноту, повышение температуры, рвоты, то лучше сразу обратиться к врачу. Наверняка определить количество нитратов в продукте можно только в лаборатории. Такие приборы, конечно, имеют погрешность. Те же, кто регулярно приобретают здесь арбузы, на качество не жалуются. Здесь брали уже? Да. И как? Ну вот, живы-здоровы, чего и вам желаем. Проверки продолжатся. В следующий раз члены общественной палаты намерены подключить к рейду торговый отдел администрации и профильных специалистов. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Екатерина Довлятова. Видное ТВ.